Олимпийская бригада, Павел Комаров и Сергей Гусев, которому настолько понравилась Астана, что он решил еще задержаться на одну встречу. Ну и линейные арбитры быстро пытались они тут же в первой атаке провести такой выпад. Момент. Роман Старченко. Перелетел, совершил такой перелет длительный из Хабаровска в Астану. Хотя на самом деле Леонов отметил. Что это все, собственно говоря, по-моему, даже там автогол, если я не ошибаюсь. Потому что смотреть за Назаровым вживую — это тоже отдельное такое шоу. Момент, и шайба! Майкл Андин сейчас от синей линии бросает. Ну и главный вопрос, кто? Аблай хотели суге болмать, және де есеп екіде. Аблай хотели суге болмать, және де есеп екіде. Өз аймағымыздан шайбаны шығара алған жоқпыз, және де Жину перед воротами Борисова. Ноус, Бойд, бросок в касание нужно было делать сейчас, но не дошла шайба. Там он уже там, на том краю. Доус сходу бросает. Добивание. Нет, не позволяет. Еще один момент. Шайба там. В воротах Борисова. И... Берекельде. Куремис. Берекельде. Вот это Маша им даст. Және де мүлт кеткен болатын, осылайша Барыс